училась у королевского шляпника, работала костюмером на фантастических тварях. Именно непосредственно поработать мне удалось с такими, ну, как известными шляпниками. Так, Шон Барретт – это шляпник кинокостюма, то есть он делал, например, шляпы для многих фильмов, например, такой, как «Алиса в стране чудес». Создалась с сестрой белорусский бренд одежды. Мы обсуждали с сестрой, с отцом, как это будет выглядеть, то есть сама идея. А сам бренд появился 3 года назад, в самое такое сложное время, во время пандемии. Удивительная история дизайнера Яны Акулик. Многообразие трендов – это прекрасно, потому что очень много людей, у них очень много мнений, вкусов, и это одежда – это язык, которым человек показывает свою как индивидуальность, так и свой внутренний мир. Смотрите в пятницу на нашем канале.